Я сделаю так. Кукла Вуду, я заговариваю тебя на Диму. Теперь я могу управлять тобою. Я буду управлять тобою. Нет, нет. Выпей этого зелья и ты справишься со мной. Куда ты пошел, Дим? Действовать на тебя. Ну-ка. Что происходит? Отцепи руку! Нет! Другую ногу зачем мне ломаешь? Черт, у меня отнялась нога. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня будет клевое видео. Почему я в этом уверена? Потому что этого видео вы давно не видели на моем канале, и это классный мистический пранк для Димы. Я уверена, что вы рады, а если это так, то поставьте лайк или напишите в комментариях, что ура, наконец-то мистический пранк. И те подписчики, которые часто смотрят мои видео, прекрасно знают, что сейчас на мне одето. Просто в предыдущем видео мы нашли в посылке из Даркнета это одеяние. И почему-то Дима решил, что это одежда, ну, на какие-то там похороны или что-то там иное, то, что вот такой вот черный шарфик одевают только, ну, для похорон, укрывают голову. И, соответственно, черное платье, которое траурное, черное платье символизирует там, ну, как-то траур или что-то. В общем, в итоге. Сейчас пока Димы нет, но он прям в ближайшие минуты должен подойти. Я сейчас его позвоню, узнаю, где он. Я решила его пранкануть. Пранк будет, я надеюсь, что очень клёвым, потому что Дима реально верит в то, что вещи обладают какими-то... ну, какой-то энергетикой тех людей, с которых их сняли. И почему-то у него абсолютно точное убеждение того, что это платье какой-то умершей девушки, вот, трагично умершей, то есть не просто там от болезни, потому что платье размера как бы, ну, на молодую худенькую девушку, поэтому он мне строго-настрого запретил все это одевать, но так как я девушка рискованная, и я, в общем-то, решила все это примерить, потому что я, честно говоря, не очень сильно верю в то, что что-то может произойти плохое, и даже если вдруг что-то произойдет, я думаю, что мы разберемся с этой ситуацией. Ну, а сейчас о том, что и как будет происходить в этом видео. На моем столе вы видите очень много разной атрибутики, то есть это доска духов, доска Уиджи для вызова духов, планшетка. Так, ребята, это эликсир из Даркнета. Он необычный, волшебный. Я чуть позже вам покажу, почему именно он волшебный. Дело в том, что я его буду применять, когда Дима придет. Вы все увидите. Ну, соответственно, свечи для того, чтобы проводить обряд. Еще один эликсир из Даркнета, который придаст мне умопомрачительную какую-то силу или что-то. Я еще пока даже до конца не придумала. Но, в общем, я буду это все пить. И Дима, я думаю, будет вообще в шоке, что будет происходить после того, как я буду пить эти эликсиры из зелья из Даркнета, ребят. А также я планирую провести обряд и заговорить вот эту куклу Вуду, которую я сделала сама, заговорить ее на Диму. То есть я буду пытаться оторвать у него кусок волоса, буду пытаться, значит, его слюну взять, чтобы сделать обряд. Конечно, необходима не просто кукла, но и какие-то частички тела, там волосы, ногти, слюни. Даже в особо опасных случаях необходима кровь для того, чтобы заговорить куклу. Вуду, ну уж я думаю, до крови дело не дойдет. И я буду пытаться эту куклу заговорить на Диму. Думаю, навряд ли ему понравится. Когда он придет, он увидит всю эту атрибутику, и я думаю, что он будет в шоке. И в конце концов, конечно, я скажу ему, что это был пранк, и посмотрим вместе с вами на реакцию. А, кстати, забыла сказать, ребята, вот в этом мешочке у меня находятся руны. Кстати говоря, с рунами шутить нельзя. Руны – это такие камни, на которых нарисованы какие-то иероглифы. Сейчас я поближе покажу. То есть там очень много всяких камушков, и когда ты хочешь узнать там свое будущее или что-то там, что тебе предстоит, что тебя ожидает, ты об этом думаешь и достаешь какой-то камень или несколько камней, там несколько способов гадания.
И, в общем, на рунах я тоже буду, предложу, по крайней мере, я предложу Диме погадать сегодня на этих рунах. Короче, ребят, прямо сейчас мы набираем с вами Диму и узнаем, где он. Алло, Дим, привет, ты где? Я жду тебя дома. Да. Через сколько? Через минут 5? Угу. Ну все, ладненько, давай, жду, пока. Угу. Короче, ребята, как только Дима позвонит в домофон, я нажму на запись и войду в образ. Так что то, что будет происходить после этого, это пранк, мистический пранк. Все, до встречи. Так, ребята, я еще пока подготавливаюсь, сейчас немного, смотрите, короче, так как нужно вот так вот не повернуть, так это все я зелье, я поставлю рядом, руны, вот они, кстати, поближе руны я вам покажу, так, моя кукла Вуда, нож для того, чтобы отрезать ему волосы, так, я сейчас, получается, вот так вот на доску духов положу куклу Вуду, и вокруг сейчас разложу свечи, зажгу их. Так, короче, ребят, сейчас я здесь все разложу. Вокруг эти свечи. И начну их как бы это зажигать. Сейчас я поправлю. Так, блин, успеть бы. Сейчас хотя бы я одну свечу зажгу, потому что сейчас в любой момент уже Димка может позвонить. Блин, давай гори уже. Ну, просто для любого обряда, конечно, необходимы свечи. Свечи необходимы, потому что свечи являются неотъемлемой атрибутикой магии какой-то, либо черной, или белой магии, любой магии. Свечи это самое главное, то есть мне сейчас не поджечь саму себя этими свечками. Это будет супер крутое видео. Все, Димасик идет. Все, ребят, короче, я ставлю камеру. Сейчас я буду дожигать. Ставлю камеру на штатив сверху, чтобы Димка ее не увидел, чтобы он не понял, что это пранк. Все, ребят, давайте играем. Идет. Войдите! Ирина, ты чем тут занимаешься? Это что такое? Откуда у тебя все это? Не надо ничего спрашивать. Ты зачем одела похоронную атрибутику? Это мое платье. Ты с ума сошла, пока меня не было 5 минут. Ты что тут натворила опять? Я вызываю духа. Почему ты так разговариваешь? Что происходит? Все хорошо. Зачем все тебе свечи? Хорошо. Откуда у тебя кукла Вуду с пентаграммой? Мне нужна твоя помощь. Помоги мне. Я не буду тебе помогать. Ты что хочешь? На кого ты хочешь заговорить куклу Вуду? Мне нужно избавиться от этой Вуду магии. Тебе нужно будет достать одну руну. Ты должен мне помочь, иначе мы не избавимся от этого проклятия никогда. Я не буду ничего делать. Ты должен, иначе я погибну. Доставай руну. Ирина, зачем это все? Ты что, опять напилась этого зелья? Доставай руну. Твоя руна! Руна смерти. Сейчас я проведу обряд. Не надо я ничего проводить. Я проведу обряд. Я сделаю так, что ты не сможешь меня найти никогда. Я забираю у тебя куклу Вуду. Отдай мою куклу! Я хочу заговорить ее на тебя! Отдай волосы! Нет! Дай волосы! Нет! Есть!
я заговариваю тебя на Диму. Дима! Она хочет заговорить эту куклу. Ирина, что тебя происходит? Ну, она что хочет это, тебя уничтожить! Она хочет уничтожить! Отдай! Отдай сюда сейчас! Ты сумасшедшая, отдай! Что сейчас происходит? Я выпью этот эликсир и уничтожу тебя навсегда! Этот эликсир придаст мне силы! Я уничтожу тебя! Что мерзкий происходит? Дима! Сними все это, нет, посмотри! Нет! Нет! Ну что теперь? Что ты делаешь? Ты с ума сходишь? Я не могу выбраться из этого тела! Ирина, я как не тебе могу помочь? Выбраться из этого... Никак ты мне не поможешь! Мерзкий человечек! Выпей этого зелья! И ты справишься со мной! Ты что делаешь? Дима! Зачем ты это пьешь? Что, дурак? Я хотел тебе помочь. А что да это такое? Был пранк! В смысле, какой пранк? У тебя все настоящее. Кукла Вуду наряд надела. Черт! Я вообще, короче, не планировала. Вон, посмотри. Вон камера спрятана наверху. Ты что? Дима, ты меня хотел разыграть? Блин, что Дима, это мистический пранк. Это зелье из Даркнета. Блин, трэш. Ирина, ты что, ты сумасшедшая? Я вообще испугался. Что происходит вообще? Ничего, нормально, все. Да что ты что, не понимаешь, что давненько пранки не снимали? Я уезжаю отсюда. Что, нормально? Да куда ты собрался-то? Подожди. Ну а убирай-то кто будет? Куда ты пошел, Дим? Черт. Я, походу, перестаралась. Тут пипец я какой бардак навела. Теперь что делать-то? И Дима ушел, обиделся. Блин, ну что за люди? Вот если я давно не делаю пранки, он уже вообще забывает то, что я могу, ну, просто чисто вот так вот пошутить. Короче, ребят, сейчас придется... Сейчас буду звонить ему. Что делать-то? Надо как-то извиняться. Дим! Дим, да хорош! Ну что ты орешь-то? Что ты орешь? Ну и что? Я сейчас все уберу. Да ну какая кукла Вуду? Ну что ты неужели веришь в этот бред? Ну и что, что я волос твой туда положила? Да ничего там не будет. Да ну я просто решила разыграть, что надоело уже с этими с куклами с Вуду таскаться. Просто разыграть тебя хотел. Ну прости, ну пожалуйста. Ну вернись. Да я все уберу, тебе еще раз говорю. Давай, жду, давай. Короче, ребят, я его уговорила. Он сейчас должен вернуться. Блин, я такая что-то грязная. Ну, короче, ребят, если вам понравился мистический пранк, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимать колокольчики. А также не забывайте подписываться на канал Есинская Пэтс. Там я тоже снимаю очень много мистики. И, ребята, ждите. Теперь видео будут выходить каждый день. С понедельника по пятницу в 2 часа дня. А в субботу с воскресеньем в 10 часа утра по московскому времени. Всех жду каждый день на канале Ирина Есинская. Я вас люблю и желаю вам отличного мистического настроения. Хай, пока! Ирина, ну что, ты убираешься? Да, Дима, я сейчас все уберу. Можешь снимать это на камеру сколько угодно. Я бы, конечно, хотела переодеться для начала. Ну ладно, сейчас я возьму здесь где-то есть полотенце. И сейчас уберу. Вот. Ты неужели ты веришь, что эта кукла Вуду может действовать на тебя? Ну-ка. Что происходит? Отцепи руку! Ты чего? Ты что, реально? Ты что гонишь? Дим, ты что гонишь, Дим? Чего? Блин, ребят, что происходит? Я что, реально куклу Вуду на Диму заговорила? Отдай мне куклу. Дима, тебе нельзя сейчас ничего, нужно провести обряд. Да, я сейчас. Видимо, она действительно работает. Я сейчас тебе уже... Нет! Другую ногу зачем мне ломаешь? Что ты, у меня отнялась нога? Все, я тебя разыграл. Я теперь могу. В смысле? Я хотел, чтобы ты поверил, что куклу заговорил на меня. Да пошел ты. С собой убирай все.